сегодня 2 ноября, мозаик, в общем, видеодневник, день за днем. Вот, хороший солнечный день, а приехал заснять вчерашний вечер, значит, посидел на скамеечке, потом пошел, здесь сидят в военной форме, с какими-то этими, говорят по-русски, вот. А это оказалось на лечении с Украины пострадавший. Один там без руки, здесь где-то в госпитале. Сейчас пойду, где потом с ними продолжим общение. Да, потом мы пошли вот в это кафе. И вот здесь вот в приходе немножко поговорили. А потом маленькое интервью заснял внутри кафе. Я по-русски, да, я начну на мозаике опять, как каждый день. Вчера снимал котлован. А где вы эти камеры? Я видел. Сейчас, давай, я видел, все честно скажу. Это день за днем, вроде как не мне. Так, его встретил эти самых ребят, которые приехали с фронта. Украинская армия. Ну и вот ребят попросил, они согласились меня заснять. Это девушка с курсовой. Все, спасибо.